Дефицит – квест от терапевта, для выполнения которого необходимо найти и сдать 5 аптечек Салева. Находить в рейде не обязательно. Всем привет, я Дэн, добро пожаловать в Тарков. В этом видео я поделюсь опытом выполнения квеста и покажу, где я нашел необходимые аптечки. Квест я выполнял на локации таможня, потому что в одной из синих машин на бывшем КПП военных в багажнике лежит куртка, в которой спавнится медицина. И очень часто там можно найти нужную аптечку Салева. Вторую аптечку мне пронес один из ЧВК на локации, которого мне удалось подстрелить. Хочу подчеркнуть, что для сдачи квеста не обязательно, чтобы аптечка была новой или с галочкой типа найдена в рейде. Например, одну из 5 аптечек я сдал сразу после взятия квеста, так как в схроне завалялась одна из стартового комплекта. То есть, даже если вы воспользовались аптечкой, не беда, она подойдет для сдачи по квесту. Так как перестрелка могла привлечь внимание других игроков, быстро перекидываю на себя снаряжение с убитого и в укромном местечке начинаю изучать содержимое трофейных рюкзака и бронеразгрузки. Безусловно, не будет лишним проверять как обычные сумки, так и специальные медицинские. Их довольно много на локации, наверняка найдете и не одну нужную вам аптечку. Мне удалось найти рейд аэрозоль. Его можно выменять у терапевта на новую аптечку Салева, плюс нашел в обычной сумке саму аптечку. Но, увы, до дома доехал только аэрозоль. Последнюю необходимую для квеста аптечку я нашел в куртке в багажнике той же самой машины у КПП. В дальнейшем станет понятно, что эта машина одного из медсотрудников Таркова. Это объясняет, почему в ней всегда спавнится медицина. Так что имейте в виду место, где почти всегда есть аптечки. На этом у меня все. Надеюсь, видео оказалось полезным или хотя бы интересным. Квест выполнен, награда взята. Всем пока, я пошел делать следующий квест. Удачи и будьте здоровы!